Пауза. Нет, не трансляция. Так, мы идем дальше. Буква А – антенна, и буква А хорошо видна. А, А, А. И – игла, и букву И можно дорисовать. И. Буква У. Тут несколько ассоциаций. Можно дорисовать букву У, можно представить улей, а можно представить унитазик. Кому что на любой вкус, короче. Да, тут можно представить экспонат, но это сложное слово. Этажерка на полу валяется. Если вы знаете, что такое этажерка. И экскаватор, это у него ковш такой. О, это у нас офицер, и одежда висит на вешалке. О. К. Кабина, похожа на хирогану К, только более острая, как и вся катакана, потому что это изначально было мужское письмо. Я ничего не вижу. Так, все понял. Сейчас я сделаю. Так, перейти на слайд один. Вот это буква А. Если вы сразу угадываете, то говорите громко. Похоже на антенну. Говорите громко. Букву. Представляем. И, да, игла. Игла, да, и дорисовываем игру. Тут это слово. Да, улей, буква У. Может дорисовать букву У. И унитазик можно дорисовать. Так, дальше у нас экспонат. Это жерка экскаватор. То есть... Экспонат вот нарисован, но это сложное, достаточно слово. Это жерка, это тумбочка с двумя, с несколькими этажами. Экскаватор можно представить, это ковш экскаватора. Ковш экскаватора, а сам экскаватор тут. Да, офицер вышагивает, он же охотник. И одежда висит на вешалке. Да, кабина похожа на катакану К. Только у катакана еще есть вот такой крючочек. Помните, у нас он был у кабины крючочек. Да, кинжал тоже тут присутствует. Как и в хирогане. Только в хирогане еще есть элемент внизу. Извините, пожалуйста, за посторонние звуки, если что, на фоне, просто внизу. Мой брат купается в воде. Понятно. Понятно. Главное, чтобы другим не мешало. Люди есть. Да нет, ничего страшного. Вот. Так. Курок представляем. Курок. Так, это сложное слово. Кэб. Наверное, мало кто знает, что вот это карета называется кэб. Вот. Мы представляем, кетчуп вытекает из бутылки. Вот это горлышко. Ну, давайте дорисуем. Так, не то. Замечательно, если у вас свои ассоциации будут. Это горлышко бутылки, а это кетчуп выливает. Ну, не бутылки, а как это называется? Бутылка. Ну, типа бутылка, да. Это крышечка от кетчупа. Вот. Дальше у нас коробка. У коробки есть приспособление, то есть... благодаря чему мы держим ее. Поэтому в сторону мы рисуем ко. У Юлы вниз идет ю. Штрих идет вниз, поэтому представляем Юла, которая держится на острие. Так, зачеркиваем все. Идем дальше. Ко. Са. Мы представляем сабли, две сабли. Одна
нормальная, цельная, ей можно пользоваться, рубить недругов. А вторая уже столько пробили недругов, что сломалась. Вот две сабли. Си, мы представляем ложку с супом, брызги летят во все стороны, кто-то неаккуратно ест наши русские щи. Или вот такие бицепсы. Сила. Сила. Ну, это Супермен! Супермен! Это человек, Супермен. Супермен. Это по-японски слово. Не Супермен. С. Мы представляем тоже седло, как и в Карагене. Или представляем такого мальчика, который поет ей надо, но надо, чтобы мальчик открывал рот. И, соответственно, тут девушка где-нибудь поблизости была, чтобы было хотя бы понятно, что это ей надо, а не просто гитарист. Со, мы представляем сосульки. Ну, а еще лучше представить собачку. Собачка, у нее уши можете нарисовать торчком или наоборот, висячие, это кому как больше нравится. Вот, можно висячие нарисовать. Я нарисую висячие, чтобы было разнообразно. Вот, и тут может быть разного свойства. Вот такая собачка Со. Со. Вот такая собачка Со. Ай, ну ладно. Танец танго. Ну, его-то вы не спутаете ни с чем. Страстная женщина. И не менее страстный мужчина. Та. Вот это он руку отвел. И вот они. Вот в такой гест. В диагональное положение он ее поставил. Та. Вот на этом наших катакана не закончилась, наша катакана закончилась. В следующий раз мы закончим, сегодня мы повторим. Так, мы повторим песенку катакану, и я вам еще дам песенку на дом посмотреть. Так, у нас там хирогана. Ага, даст нам. Так это можно сделать. Сейчас я пока сделаю кое-что.